Вы оплатили курс. Где искать уроки? Обычно оплата проходит мгновенно. Вам на почту автоматически приходит письмо. Открываем ту почту, которую указали при оплате. Открываем почту. Нас ждет письмо. Открываем его. Обратите внимание, здесь написано, что наши материалы в личном кабинете. Логин. Это наша почта. И вот это пароль. Пароль нам нужно скопировать или записать на бумажку. Правильно сделайте это. Я копирую. И ниже есть ссылка, страница для входа. Щелкаем кнопкой мышки по этой ссылке. В первый раз откроется вот такое окно авторизации. Набираем свою почту, а в поле «Пароль» вставляем или записываем тот пароль, который был в письме. И нажимаем на кнопку «Войти». Я вам советую сохранять пароль. Вы попали на курс, который покупали, построение базовой выкройки. Обязательно подключитесь к рабочей группе в Telegram, потому что в ней будет вся работа. А вот и наши уроки. Нажимайте на нужные кнопки. Смотрите учебные материалы. Это видео. Для того, чтобы было удобно, мы разбили большие видео на маленькие фрагменты. В конце занятий есть домашние задания. Читайте, выполняйте и присылайте их в рабочий чат. То, что вам может понадобиться, мы вынесли в отдельный раздел. Лекала, линейка, дополнительные материалы, все таблицы, которые используются в видео, приведены здесь. И еще дополнительные видео. Теперь у вас есть доступ ко всем учебным материалам курса.